Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим кнопку Home на iPhone 6 Plus. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Далее отщелкиваем дисплейный модуль от корпуса. Это можно сделать металлической лопаткой. Отщелкнули. Теперь откручиваем два винтика. Вынимаем металлическую пластину. Отсоединяем кнопку Home. И отклеиваем ее от модуля. Она приклеена. Довольно-таки легко ее снять. Берем новую кнопку Home и устанавливаем ее. Подсоединяем. Далее устанавливаем металлическую защиту и прикручиваем два винтика. Если на вашем аппарате не работает кнопка Home, то в 80% случаев вам поможет ее замена. Если на вашем аппарате не работает Touch ID, замена кнопки Home вам не поможет. Прикрутили. Теперь необходимо защелкнуть дисплейный модуль и прикрутить два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.